Всем приветики! У нас сегодня 14 февраля, и Пашка на кухне убирается. Представляете, сегодня встал рано утром, пока я сплю, съездил за розочками, за беленькими, как я люблю. И убирается? Ну вот, убираются и так каждый день. Да? 14 февраля это никак не интересно. Хорошо. Просто хотел сказать, какой ты молодец. Эмили пошла, взяла швабру, моет полы. Да? Ну, у тебя же сейчас у нее до этого очень хорошо получалось. Давай я тебе помогу. Вот она, помощница. А вы кто думаете, у нас убирается и готовит? Да, вы кто думаете, убирается и готовит? Вот этот маленький человечек. Все, сказал, надоело. Я вам говорила, да, что Эмили у нас еще и готовит? Ну, как ты готовишь, покажи. Люблю тебя. А, вот как она это делает. Молодец. Ребята, у нас тут фотосессия. Я ожидала, что это будет попроще. Хотела дать Эмили букет, она будет его держать, я его сфотаю. Она его не хочет брать. Хочет все рвать. Но Мити тоже стоять не хочет. Но зато красивая. Ой, зато розы ест. Вот. Но мы уже немножко пофоткали. Не знаю, что получилось. Ты моя красоточка. Вы думали, что ее будет привлекать этот? Да, букет? Да. Она такая типа, ой, что, розы что ли? Опа! Ой, классно! И пошла. Ага. Да ты такая красивая. Да, ты красивая. Или не знаю, получилось что-нибудь, нет? А то я перестала ее фоткать на каждый месяц. И фотки только на телефон, на фотоаппарат нету каких-то хороших. Но ее так сложно как бы сфоткать. Тебе нравится рвать розы? А как ты нюхаешь их? Да. Вот так нюхаешь. Вот, понюхай. Так ты понюхай розочки. И побежала. Вот как бы вот этот секунд, да вот это мне надо было поймать. Понюхай так. Она вот так вот подбегает. Доча, иди посмотри, что там сфоткалось. Я не выключаю камеру. Я такая. Че сумельки? Представляете, хотела сейчас надеть... Уля-ля, что это такое? Хотела надеть платье, искала колготки. Колготки не нашла. Но нашла. Сейчас покажу вам что. И прыщик еще выдавила. Вот что нашла. Это скорпион. Настоящий. Он уже. Да, настоящий. Он отдыхает, лежит, спит. Угу. Он засох. Можно его залить. Знаешь, такой прозрачной штукой и кулон сделать. Точно. Угу. У тебя какой вариант? А если он отравленный? И потом его им натираться. Типа от старости, спина. Он настоится еще, отрава. Настоится, да. Настоится. Он настоится и отстоится. Мы приехали в Downtown Summerlin. Это торговый центр открытый. Все пошли по своим делам, кроме нас. Девчата, где? Кроме нас с вот этой девочкой. Сладкой. Видите, она сегодня в юбочке. Я хотела тоже одеть платьице, но не нашла колготки. Вот, Пашка поехал тут рядышком сделать нам новый тариф на телефон, чтобы и родителям сделать сим-карту. Родители пошли в магазин в какой-то. Мы с Эмили решили просто гулять. Она увидела манекены. Киса, ты хочешь кроссовочки? Просто говорит, стой, мама, мы никуда не пойдем, я буду рассматривать манекены. Да? Доча, дай, пожалуйста, ручку мне. Дай, пожалуйста.
Шапка на глаза упала. В общем, еле-еле оттащила ее от манекена. И идем к фонтану. Смотрите, какие у нее прикольные колготочки. Ну, покажи свой аутфит сегодняшний. Покрутись. Как бы ребенок знает, что такое аутфит. Дай ручку мне, пожалуйста. You're so cute. How pretty are you? Просто все проходят и говорят, ты такая милашка. Вот это мы. И манекены. К сожалению, детской площадки здесь нет. Точнее, она есть небольшая, и для взрослых совсем детей там лазалка. Поэтому Эмили нашла для себя сама развлечение. Такие вот конусы. Она ходит от одного к другому. И танцует. Тут же музыка. Как же без нее? Пойдем дальше? Мы нашли новую собаку. Тебе эта собака не интересна? Такой он пушистый, классный. Эмичка! Ты листики нюхаешь? Ты такая прелесть! Что-то ей эта собака не очень понравилась. Не захотела она ее гладить. А вон и гулящие, блудливые родители. Приветики! Кто это такой счастливый? Кукушка? Вот это радости. Ты там стоишь грязными ногами по креслу у нас? Нет. И вытираешь ноги там? Я видел, у тебя все джинсы грязные. Доча, ку-ку. 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 Так, складывайте. Доча, нормально? Все с тобой? Это не надо кушать, это сырой баклажан. Отдай мне, пожалуйста, его. Спасибо. Спасибо, его надо в холодильник убрать. Пойдем, пойдем, пошли. Пошли, понесли в холодильник. Не ешь его. Мы тут зашли в Trader Joe's. Какой ты молодец, положил обратно в пакетик. Теперь немножко овощей, фруктов. Можно мне? Спасибо. Давай доставай из пакетика. Вот тебе помощница мамина. Угу. Мамина помощница. Ой, клубника очень тяжелая, да? Очень тяжелая. О, какая тяжелая. Спасибо. Заодно разбор. Что мы купили? Ой-ой. Тофу. Тофу. Так ты стараешься. Ну, дай, пожалуйста, мне это. Купили вот лосось такой. Цукини там внизу сама лежат. Эмили достанет. Интересно, нет? Наверное, нет. В общем, купили вот такой еще десерт. И вот еще такую рыбку. А, это треска. Покажи, что это такое. Эмичка, покажи. Мама купила, мама, точнее бабушка, купила себе вот такие, чтобы попробовать. Мне очень странно выглядит. Она будет открыть и посмотреть. А, бананы у нас тут еще. Такие вот крекеры из свеклы. И сушеный имбирь. Вкусно? Видите, какие там чипсики. Вообще необычные. Мы тут играем с Эмили в мячик. Она говорит, кинь мячик, она такая, знаете, берет его в руки и идет прям знаете, за 10 метров, ну она в 10 метрах хотя стоит, и прям приносит в руки. На, говорит, я бросила. Вообще она сейчас у меня на руках сидит и смотрит в камеру. Ей очень интересно. Вот, а мы с вами будем уже прощаться.
всем хорошего дня. Пока-пока. Пока-пока. Сейчас я мне поможет вам.